Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. В Бишкеке в государственной резиденции Аларча завершилась большая пресс-конференция президента Кыргызстана Садыра Жапарова для отечественных и иностранных СМИ. Глава государства отвечал на вопросы порядка 4 часов. Всего вопросы задали представители 56 редакций. Аккредитацию на мероприятие прошли около 150 отечественных и иностранных СМИ. Глава медиа Туркел Хукума Халилова попросила президента поддержать осуществление телепроекта о кыргызской культуре, традициях и обычаях. Именно с этим проектом был связан ее вопрос. Я Хакима Халилова, международная пресса, медиа Туркель. У меня к вам скорее не вопрос, а просьба. Дело в том, что, как вы знаете, мы уже 20 лет на медиарынке, который ездим, пишем разные материалы, готовим об обычаи, традиции, культуре, истории разных народов, среднеазиатский регион, Азербайджан, Турция, Грузия и так далее. И мы, есть у нас проект уже давно, который мы хотели бы вот ознакомительного характера по всем регионам Кыргызстана сделать фильмы, материалы подготовить об обычаи, традиции, образ жизни кыргызского народа. К сожалению, мы очень давно обратились к разным инстанциям, разным министерам, разным это самое, но достучаться мы не смогли. И мы обращаемся к вам как гарант всего, в том числе и культуры, и прессы как поддержки. И с вами встретиться, поговорить обо всем этом. И я думаю, что это будет полезно не только для Кыргызстана. Это создаст мосты дружбы между разными народами, между разными. Да? И это наша работа, и поэтому мы хотели обратиться к вам с такой просьбой, чтобы мы с вами обсудили этот вопрос. И еще второй. Мы недавно опросили, как международная пресса, разного характера мы делаем иногда вот для практики, да. И самый симпатичный президент. Рада сообщить, что вы оказались среди них. Мне очень приятно сообщить об этом. Нас много сегодня, мы очень много вопросов вам задавали. Поэтому я извиняюсь, что спасибо так большое. Долго мы вас задерживали. Спасибо большое. И надеемся, что мы с вами встретимся. Все. Встретимся, примем. Министр культуры Айткос, Джерда Джога, министр культуры. Министр культуры жок по, айтып, өкөмүн бириктирип, эме жолуктуруп туруп, анан кийин менин тапшырмам берип коесуз. Полностью жардам берсин. И Кайрат Иманалиев, сиз да жардам бериңиз. Азыр так сиз ушул маселе боюнча иштебедиңиз беле. Культура жагынан иштегенсиз сиз дагы. Азыр КТРдасыз да, баарын ушуну мен иштегиле. Жардам бергиле полностью. Президент Садыр Жапаров одобрил предложение Медиа Туркел по проекту и дал поручение соответствующим государственным органам. Ежегодно 29 октября Турция отмечает один из главных национальных праздников – День Республики. Этот день установлен в память о провозглашении Турецкой Республики в 1923 году. Праздник отмечается в день, когда Великое национальное собрание, парламент Турции, законодательно установил республиканскую форму правления в стране. День Республики считается официальным выходным днем. Традиционно праздник начинают отмечать заранее. С середины дня 28 октября по всей стране проводятся праздничные мероприятия. Главная примета праздника – национальные флаги повсюду. Официальные учреждения и обычные жители вывешивают государственные флаги Турции всевозможных размеров. В правительственных учреждениях, учебных заведениях и школах 29 октября объявляется выходным днем. Образовательные учреждения отмечают праздник торжественными мероприятиями.
По улицам всех городов проходят праздничные шествия. У мавзолея Ататюрка в Анкаре проходят армейские смотры. По традиции все политические партии и деятели Турции вступают в бурную полемику по поводу развития страны и ее будущего. Вечером 29 октября устраивают салюты и праздничные концерты. В столичном парке имени Кемаля Ататюрка возложили цветы к памятнику Ататюрка. 23 апреля 1920 года в ходе освободительной войны было организовано Великое национальное собрание Турции, которое провозгласило Турецкую республику. Однако официального признания Турецкая республика не получала до 1923 года. 24 июля в 23 году был подписан Лозаннский договор, согласно которому признавалась полная независимость Турции. 29 октября 1923 года Мустафа Кемаль Ататюрк официально и окончательно провозгласил Турецкую республику. После этого в Великом национальном собрании Турции было проведено голосование, по результатам которого Ататюрк был единогласно избран первым президентом Турецкой республики. Впервые торжества, посвященные Дню республики, состоялись уже через год после ее провозглашения. Официальный статус этот праздник приобрел в 1925 году и с тех пор отмечается ежегодно на национальном уровне. По случаю Дня республики Турции в учебных заведениях Бишкека были организованы мероприятия, конференции и концерты. Bugün 29 Oktyabr 2021 yılı Türkiye Respublikası'nın kurulduğunda 98 yıl olup o şunu bizden Bişkek şehrimizdeki Atatürk Park'ta Atatürk'ün desteğinde kiçine bir iş çara öttü. Bu iş çarada Kırgız Türkmenası Üniversitesi'nin müallimleri cana cemaati de birge katıştık. 98 yılda Türkiye Respublikası жаңыдан құрылып, Осман империясы құлағандан кейін. Қазір дүниенің ең экономикалық жақтан, социалдық жақтан ең күшті өлкелердің қатарына кірді. Егемендікті алғанымызда Түркия республикасынан қосылып, 5 түрк республикасы, түрк тілді республикалары егемендікке ие болды. Еми қалып кетеріміз Türkiye Respublikası'nın geleceği kenen olsun, Türk tildi memleketler birge olalı, el yurtu zaman olsun, daima birge işmerdülüğüsü, birge cürgüzü, soğuda satıkta, sayasatta bir olup, Kuday buyursa Türk elderi dünyanın en aldınkı bir elderi olup de terengişenemi. Bayramımız var mıyım, kutlu olsun. Шавкат Мирзиёев одержал победу на выборах президента Узбекистана. Кандидат от Либерально-демократической партии Шавкат Мирзиёев переизбран на второй срок в качестве президента Узбекистана. Он набрал 80,1% голосов избирателей. После выборов Шавката Мирзиёева поздравил президент Кыргызстана Садыр Джапаров.
Глава Кыргызстана провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. В разговоре Садыр Джапаров поздравил Мирзиёева с убедительной победой на прошедших 24 октября президентских выборах и пожелал крепкого здоровья, дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому народу Узбекистана мира, благополучия и процветания. Кроме того, лидеры стран обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, перспективы дальнейшего сотрудничества между странами, а также вопросы регионального взаимодействия. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 октября принял верительные грамоты новоназначенного посла Кыргызстана в Азербайджанской республике Кайрата Осмуналиева. Министр внутренних дел Кыргызской республики Улан Ниязбеков встретился в Стамбуле с министром внутренних дел Турции Сулейманом Сойлу. В ходе встречи стороны обсудили вопросы противодействия международному экстремизму, торговле людьми, незаконному обороту наркотических средств, организованной и киберпреступности. Были затронуты вопросы обмена опытом среди сотрудников ведомства двух стран, а также развития сотрудничества в области обеспечения материально-технических ресурсов. Кроме того, главы двух ведомств обменялись мнениями по вопросам ускорения решения по открытым делам в отношении граждан двух стран. Положение дел граждан Кыргызстана, отбывающих наказание в пенитенциарных учреждениях Турции. В Бишкеке прошла неделя турецкого кино, организованная ассоциацией «Ерли Дюшюнже» при поддержке Департамента кинематографии Министерства культуры и туризма Турецкой Республики и посольства Турецкой Республики в Кыргызской Республике. Во время интервью программе «Мост дружбы» режиссер и организатор недели турецких фильмов Өнер Кылыч отметил. Amacınıza yetiştiniz değil mi? Hoş buldum. Sağ olun. Biz Kırgızistan'a geldiğimiz zaman burada hiç yabancılık çekmiyoruz. Çünkü bizim burada Алтын Көпү дие бир дергимиз бар ве биз. По замыслу цель данного мероприятия построить еще один мост взаимоотношений между Кыргызстаном и Турцией, а также предоставить кыргызстанцам возможность ознакомиться с турецким кинематографом. Все фильмы были показаны бесплатно, при этом после показа фильмов зрители смогли пообщаться с артистами и создателями кинофильмов. Унер Бей, вы достигли своей цели. Я бывал в Кыргызстане на протяжении многих лет. Эти места мне очень близки. Мне не скучно. Сюда я приезжаю как будто на родину. Да, на этот раз мы достигли своей цели. У нас было много встреч с кыргызскими режиссерами, актерами, артистами. С нами были и герои показанных нами турецких фильмов. При этом у зрителей была возможность познакомиться с ними. Мы встречались с кинематографистами по совместным проектам. Мы даже подписали ряд соглашений. Конечно, вы здесь, вы выпускаете журнал «Золотой мост». Подобно тому, как вы наводите мосты со своей прессой, мы, кинорежиссеры и искусствоведы, наводим мосты между людьми и странами с помощью наших экранных работ. Хочу обратить ваше внимание на то, что с 2015 года мы ежегодно проводим неделю турецких фильмов в тюркских республиках. Мы начали с Азербайджана, потом мы организовали показ в Кыргызстане и Казахстане, на очереди Узбекистан. В то же время мы планируем провести неделю турецких фильмов в автономных республиках Российской Федерации. Напомним, что это уже пятая программа, которую мы проводим в Кыргызстане. Кинотеатр «Манас» на 500 мест для нас уже маловат. Есть спрос на зал на 1000 зрителей. Burada yaşayan yine işte 1940'lı yıllarda sürgüne gelen işte Azerbaycan Türkleri, işte Ağızka Türkleri, Çerkez.
Как отметил на открытии недели министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана Азамат Джаманкулов, у нас язык, религия и культура одни. У нас одинаковый корень. Даже публика это увидела. Фильмы еще раз показали, что реалии жизни и традиции совпадают. Очень важно вернуться к нашему прошлому и корням, поэтому мы не забываем в этом вопросе о наших будущих детях. Достаточно сказать, что когда мы едем в Тюркские республики на кинонеделе, мы наполняем их не зарубежными мультфильмами, а мультфильмами на темы, напоминающие нашу историю и прошлое. Фильм фестиваль yapalım. Adını da Korkut Ata koyduk. Çünkü dede Korkut Türk dünyasının evet. Hem ortak hem bizim kültürel aklımız. Ve tabii bunu yapar. Унер Кылыч добавил, что 8 ноября в Стамбуле состоится гала-кинофестиваль под названием «Коркут-Ата». Он будет организован в честь первой годовщины освобождения Карабаха, древней земли братского Азербайджана. Как известно, Деде Коркут – это общее достояние турецкого мира. Поэтому проведение этого фестиваля в Турции можно считать очень важным. После завершения казахстанской программы кинонедели мы проведем кинофестиваль Тюркского мира в Стамбуле. Спасибо всем, кто следит за нами. Желаю каждому из вас удачи и крепкого здоровья. Çok önemli projeler şey yaparız ve Korkut Ata ismi ya da Dede Korkut ismi Türk dünyası sinemasını birleştirecek. Çok teşekkür ederim Ömer Bey. Мегаполисы – это живой организм, в котором транспорт играет роль кровеносной системы, быстро доставляя пассажиров и грузы на любые расстояния. Сегодня высокая мобильность воспринимается нами как должное, и мы не готовы отказаться от свободы передвижения. Однако у комфорта есть своя цена – это ухудшение экологической ситуации в стране. Как же быть? Сегодня возможным компромиссом между сохранением мобильности и снижением вредного воздействия на окружающую среду могут стать электромобили. Если электромобили станут основным средством передвижения, то объемы вредных веществ в воздухе существенно сократятся. Переход на электромобили позволит снизить шумовое воздействие. Города станут не только чище, но и тише, ведь электромобили практически бесшумны. Переход на электромобили поможет сохранить экологию, также несет в себе большой вклад в развитие экономики. Отказ от бензина и дизеля может оказаться выгодным для каждого. Если сравнить стоимость экономичного автомобиля и электромобиля на 100 километров пути, то можно увидеть, что электромобили в 3,5 раза экономичнее. Автомобиль, использующий топливо, расход при цене на бензин 61 цент, на 100 километров 10 долларов 71 цент. Электромобиль при цене на электричество 2 цента на киловатт, 100 километров 0,3 доллара. Географическое положение Кыргызстана – одно из самых благоприятных для производства электроэнергии. Включая все крупные, средние и малые гидроэлектростанции, мы производим 90% нашей потребности в электроэнергии и не зависим от других стран или частных каналов в этой области. Кыргызстан обладает огромным потенциалом для производства электроэнергии, и в ближайшие годы мы сможем на 100% удовлетворить наши потребности и экспортировать ее в другие страны. Преимущества внедрения электромобилей в Кыргызстане. Низкая цена и доступность электроэнергии в Кыргызской республике. Снижение импорта, зависимости от различного топлива. Защита экологии, бесшумность двигателя, благоприятное экономическое влияние на общество, переход к электрификации муниципального транспорта, развитие тенденции зеленой экономики, налоговое освобождение и льготы потребителям, толчок в развитии возобновляемой энергии. О проекте. Проект внедрения и развития электромобилей в Кыргызстане. Эффективный и конкретный шаг к решению вышеуказанных проблем. Данный проект реализуется ТПК торгово-промышленной компании «Аман», осуществляющей свою деятельность с 2007 года по следующим направлениям. Импорт и экспорт различной спецтехники и оборудования. Переработка и экспорт кыргызского меда. Продвижение японского бренда «Усупсо» в Кыргызстане. Создание универсальной торговой площадки для укрепления международного сотрудничества.
поставка оборудования для нефтегазовой и нефтеперерабатывающей промышленности, внедрение новейших технологий по видеонаблюдению на территории Кыргызстана и стран Центральной Азии. В рамках реализации проекта «Внедрение и развитие электромобилей в Кыргызстане» будет построено 50 станций быстрой зарядки и 1000 станций медленной зарядки, автосалон и сервис по продаже и обслуживанию электромобилей, таксопарк электромобилей. Новые электромобили будут реализованы в лизинг сроком на 3 года с ежемесячной оплатой, соразмерной вашим затратам на ГСМ. Торгово-промышленная компания «Оман» за 6 лет заплатит налоги в размере 2,5 миллиона долларов США. Утечка денег из страны за топливо сократится на 600 миллионов долларов США в год. Внедрение электромобилей в Кыргызстане позволит снизить выброс углекислого газа до 50 миллионов килограмм ежегодно. Для удовлетворения спроса населения в Кыргызстане будет представлено 4 категории электромобилей – эконом, средний и бизнес-класс, а также электрические автобусы и грузовые автомобили стоимостью от 12 тысяч долларов США. Общий объем инвестиций, необходимых для реализации проекта – 10 миллионов долларов США. Рабочие места на 5 тысяч человек. Окупаемость проекта – 6 лет. Дополнительные налоговые поступления в государственный бюджет. Партнеры проекта. Компания «Джили» – одна из самых быстро растущих автомобильных компаний Китая. «T-Good Energy Co. Ltd.» – крупнейшая и наиболее успешная компания в мире, производящая зарядные станции для электромобилей с использованием новых технологий. Электромобили – это экологично и выгодно. ОСО «Торгово-промышленная компания «Оман» провела презентацию электромобилей с участием представителей Кабинета министров, госструктур и экспертов. Глава группы компаний Кадир Али подробно рассказал о преимуществах электромобилей и о проекте, который они будут реализовывать в этом направлении. Жалпы экологиялык жана экономикалык кыйналда ошол акпалдан чыгууга жардам болобу деп ушул презентациябызды бүгүн өткөрдүк. Элдер активдүү катышып берди, аябай жакшы. Бул проекттин аркасында биз экономикалык эле эмес, экологияга өзүбүздүн көп күчүбүздү жардам бере алабыз деп ойлойбуз. Эгерде ар бирибиз сал карабай электромобиль менен жүрө берсек, баарыбыз ошону колдонсок, өзүбүздүн ошол коомго жана экологияга болгон таасирибиз болот эле деп ишенет элем да. Анан жалпы элибизди, жалпы кыргызстандыктарды чакырып кетем. Биздеги биз ошол таптаза экология жашап атабыз. Ушуну сактап калыш биздин милдетибиз. Биз кыргыздар мурдатан бери эле ошол экологиялык табиятка жакын болуп жүргөнбүз. Ошол табиятыбызга айырбаштыгыбыз керек. Мүмкүн болушунча өзүбүздү жана өзүбүздү сыйласак, өзүбүз жашап аткан чөйрөнү сыйлаганга аракет кылышыбыз керек. Рахмат. Участники презентации подчеркнули универсальность электромобиля. В мире давно поняли, что шутки с природой могут обойтись человечеству слишком высокой ценой. Автотранспорт создает в крупных городах обширные зоны с долей загрязнения воздуха в 70-90%. В связи с ростом количества личного автотранспорта смог над большими городами стал приметой времени. Автомобили с двигателями внутреннего сгорания производят много шума, много дыма. Часто наблюдаются пробки на дорогах. В этих пробках длительное время простаивают авто, отравляя окружающую среду не менее, чем при нормальном режиме езды. Я сегодня присутствую на презентации электромобилей, который проводит торгово-промышленная компания «Оман». Меня зовут Жарасул Абдраимов, я заместитель министра экономики и коммерции Кыргызской Республики. Отрадно, что там электромобили наконец-то начали поступать в нашу республику. Мы про эту программу внедрения электромобилей там лет 10 там назад уже начинали. В 2018 году уже правительству была программа и план действий внедрения электромобилей. Вот, по некоторым объективным субъективным причинам эта программа задерживалась. Сегодня вот первая презентация, уже живые электромобили для будущего таксопарка прибыли в город Бишкек. Сегодня очень много вопросов было, есть, которые
которых задают предприниматели, будущие там пользователи электромобилей. Это особенно касается электрозарядных станций, инфраструктуры, которые должны быть у нас в городе для обеспечения жизнедеятельности электромобилей. На сегодняшний день Министерство экономики организована группа специалистов в составе там специалисты из министерства, из национального энергохолдинга, из мэрии города Бишкек. И на сегодняшний день мы закончили дислокацию электрозарядных станций, которые должны разместиться там по городу Бишкек. По поставщикам электрозарядных станций оборудованы, мы ставим сейчас условия, чтобы эти электрозарядные станции, они были универсальные по платежным средствам, чтобы станции могли принимать и карточки, и наличные деньги, и приложениями, чтобы потребители электромобилей, пользователи электромобилей, они могли любыми средствами платежи там работать. Что даст электромобили? Электромобили на сегодняшний день, я думаю, резко улучшит там экологическую ситуацию города Бишкек, если мы увеличим количество пользователей электромобилей. С экономической точки зрения, мы ежегодно из государства, из нашего государства платим 600 миллионов долларов на приобретение горюче-смазочных материалов, то есть нефтепродуктов. Если мы чем быстрее перейдем на электромобили, то вот представьте себе, в год экономия будет составлять около 600 миллионов долларов, американских долларов экономия. А что даст эта экономия? Экономия даст на развитие наших энергетического сектора, где сейчас мы говорим, что не хватает финансовых средств, чтобы наращивание там потенциала энергетики там. Вот для этих целей мы сейчас все составляющие там инновационные проекты, энергосберегающие проекты министерства на сегодняшний день активно поддерживаем. Мы призываем всех предпринимателей, у которых есть такая программа, такие планы по энергосбережению и приносящие хорошие пользу там в области экономики, рады приветствовать, рады встречать, добро пожаловать к нам в министерство. В автомобильном выхлопе содержится большое количество вредных веществ, но большинство из них влияют на экологию локально, в месте выброса, отравляя самого водителя и окружающих его людей. Меня зовут Нурлан Мусуралиев, я являюсь заместителем бизнес-омбудсмена Кыргызской Республики. Я очень рад, что сегодня проходит презентация компании по внедрению электромобилей в Кыргызской Республике. Для этого есть все предпосылки. Все мы знаем, что в отопительный сезон качество воздуха в Кыргызской Республике, непосредственно в городе Бишкек, оставляет желать лучшего. И наибольший, на мой взгляд, вред наносят как раз-таки автомобильные двигатели внутреннего сгорания. Более того, хотел бы сказать, что день ото дня дорожает цена на ГСМ. Есть какая-то зависимость в этом плане от наших соседних стран. И внедрение электротранспорта в Кыргызской Республике даст не только социальный, экологический эффект, но и экономический эффект. Потому что налицо экономия. Для меня видится идеальной картиной, когда в городе Бишкек весь общественный транспорт будет двигаться на электрической энергии. Поэтому хотелось бы мне, компании «Аман», пожелать дальнейших успехов в продвижении электромобилей в Кыргызской Республике. Ну и для меня видится логичным следующий шаг – это производство электромобилей на территории Кыргызской Республики. Для внутригородского автотранспорта в ближайшее время нет более экологически чистой и недорогой альтернативы, как электромобили. Уважаемые присутствующие, эта машина, значит, Scanwheel, первую я приобрел эту машину, потому что эта машина, думаю, экономичная, и чистка воздуха, вот этот воздушный сейчас...
Международный казахстанский творческий союз «Миру мир» провел в Алматы фестиваль уйгурской кухни. В этом кулинарном конкурсе приняли участие более 200 ценителей уйгурской кухни. Кыргызстан представляла 87-летняя Турдухан Маматалиева вместе с несколькими поварами. Соревнования проводились онлайн в связи с пандемией COVID-19. Маматалиева АПА была награждена специальным дипломом и медалью по результатам оценки конкурса жюри. По этому случаю состоялась церемония поздравления с участием председателя Конгресса женщин Кыргызстана Замиры Акбагышевой, главы уйгурского фонда Аманишахан Халичам Мирахимовой и женщин из уйгурской общины. Говоря об алматинском интервью, в нашей программе «Мост дружбы» АПА поделилась впечатлениями, разделила радость победы Турдухан АПА, женщины, воспитавшей пятерых детей, глава фонда Аманишахан Халича Мирахимова. Уйгурская кулинарная кухня, тогда мы показывали ее, потому что она очень работящая женщина, открыли ресторан, она всегда занимается с трудом, пятерых детей она воспитывала, она семью дзиханов, она очень трудолюбивая женщина, поэтому мы ее приглашали, потому что видели мы, как она лепешки пекет, сколько лет она лепешки пекет и такие блюда делает. Это замечательно. Что показала там она? Там она показала всякие уйгурские блюда, это бесценные. Там делала суманта, манта, потом лепешки пекла в тандыре, потом делала самси, жутанан и всякий умач, который вот у нас старуха пьет. Кушает, когда вот очень любимые блюда, это умач. Потом они халга делали. Это халга сейчас молодежи не делает. 87 лет ей. Очень благодарим мы из Кыргызстана. Она показывала свой труд, почета, искусство. Мы очень рады и замечательно ей медалем они вручили. Казахстанцы, это Средняя Азия было такое мероприятие. А канча киши соревнование фестивалда болду? Алматыдан жок Бишкектен бир мен. Обозрился Турканом? Нет, комиссия была очень много. 20-30 человек комиссия была. Она среди них отсюда поехала одна. Там были очень много, 200-300 человек, даже больше было, 500 человек. Из Казахстана, Узбекистана, из Кыргызии. Все вот замечательно. Затем председатель Конгресса женщин Кыргызстана Замира Акбагышева поздравила победительниц кулинарного конкурса в Алматы и особенно 87-летнюю Турдухан АПА и пожелала ей успехов и крепкого здоровья. Затем президент медиа Туркел, соавтор передачи «Мост дружбы» на телеканале «Пирамида» Хукума Халилова также поздравила Турдухан АПА и отметила, что у уйгуров весьма богатое историческое наследие и литература, и архитектура, философия, богатые и обычаи, а особенно традиции национальной кухни. Как у любой другой национальной кухни, у уйгурской также есть свои особенности. Поэтому Турдухан АПА заняла высокое место в кулинарном конкурсе. Во время нашего разговора Турдухан АПА рассказала, что обучила секретам кулинарного искусства и своих детей и внуков. Она отметила, что искусству готовки нужно подходить от души, чтобы добиться желаемого. Не зря гласит пословица, что вы должны отдавать желание вашего сердца в приготовлении еды, чтобы в пище чувствовалась соль вашей руки. Наш совет молодым девушкам: в каждом искусстве есть своя красота, и вы делаете эту красоту еще более привлекательной. И приближаясь к мастерству в кулинарии, выполняйте свое дело с любовью. Thank you.
Интернациональный коллектив «Скай Баку» Рестобар в Бишкеке приглашает вас отведать вкусные блюда столицы. Кыргызские, азербайджанские, татарские, казахские, узбекские и другие повара с радостью приготовят для вас блюда, которыми вы будете очень довольны. Самое подходящее место для отдыха – это «Скай Баку» Рестобар. Здесь также можно стать свидетелем живого выступления зарубежных звезд.